Вокал, хореография и актерское мастерство – три составляющих народного кастинга, который прошел в эти выходные в спортивно-культурном комплексе «Союз». Показать себя и побороться за роль в благотворительном спектакле «Летучий корабль» вызвалось 6 человек. Все они – обычные люди, которых объединяет одна черта – неравнодушие к чужому горю. В спектакле в первую очередь понимают жители нашего города. Те неравнодушные горожане, которые хотят помочь своим творчеством, тем ребятишкам, которым эта помощь необходима. В том году слышала о кастинге, но постеснялась, а в этом году решила твердо, что я хочу участвовать, хочу принять в этом участие, прикоснуться, так сказать, к театральному искусству, и тем более спектакль благотворительный, очень хотелось как бы принять в этом участие для помощи больным детям. Такие спектакли вкладывается не просто труд, а в первую очередь любовь к больным детям, которые так нуждаются в нашей помощи и поддержке. Подобные благотворительные проекты в Заречном проводились и ранее. Уже 2 года подряд народные спектакли собирают полный зал Дворца культуры «Современник». На оплату дорогостоящего лечения зрители пожертвовали без малого 2 миллиона рублей. Организаторы уверены, что и «Летучий корабль» не станет исключением. После народного кастинга, который, кстати, прошли все претенденты, стартует репетиционный процесс. Главный режиссер спектакля Виктор Бояров вместе с педагогами по вокалу и хореографии будут чуть ли не каждый день работать с актерами, чтобы 13 марта «Летучий корабль» взмыл над Заречным. Анна Литвинова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».